В Актобе сегодня успели запустить все городские фонтаны, а праздник встречали на 6 площадках. Под открытым небом звучали веселые украинские песни и задорные русские частушки, чудный мотив дамбры и зажигательные звуки лезгинки. За музыкальным разнообразием наблюдала Лейла Ауесова. Под одним шаныраком в Актобе сегодня праздник единства народа Казахстана отмечают на 6 площадках. Главное действие по традиции проходит в Центральном парке имени первого президента страны. С самого утра здесь многолюдно звучит музыка и царит атмосфера добра, мира и согласия. В праздничном шествии приняли участие больше 4000 актюбинцев. Возглавили парад представители этнокультурных центров. Нарядившись в свои лучшие национальные костюмы, они прошлись по центральному проспекту в сторону водно-зеленого бульвара. К ним присоединились нуротановцы, трудовые коллективы предприятий, педагоги, студенты и школьники. С праздником мира и труда, с днем единства, согласия. Желаю всему нашему народу благополучия, здоровья, счастья семейного. Это наш главный праздник. Праздник всех этносов. Гармоничное сосуществование и взаимодействие всех этносов – это залог мира, дружбы, согласия, толерантности в Республике Казахстан. Квартиры будут в первую очередь отдаваться молодым специалистам, врачам, учителям, работникам культуры, спорта, ну и так далее. Они будут жить здесь почти бесплатно. Будут платить только коммунальные услуги. В честь праздника в эксплуатацию сдали малосемейное общежитие для очередников, представителей трудовой молодежи. Аким области вручил новоселам ключи от служебного жилья. В доме 115 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Общей площадью больше 4000 квадратных метров. Проект реализован в рамках третьего направления программы «Дорожная карта занятости 2020». После вручения ключей Бердыбек Сапарбаев прибыл на водно-зеленый бульвар, чтобы поздравить горожан с праздником. Здесь глава региона раздал этнокультурным центрам денежные гранты. Сертификаты на 300 и 700 тысяч тенге получили представители диаспор, активно участвующие в общественной жизни области. В Актюбинской области сегодня проживают представители 88 национальностей. 19 этнокультурных центров функционируют под крышей Дома дружбы. Каждая диаспора привносит свой вклад в развитие страны, главным приоритетом которой является мир, стабильность и общественное согласие. Ну а кульминацией праздничных гуляний стал запуск городских фонтанов и праздничный концерт. Лейла Уэсова, Булат Мулдагалиев, Актобе, Хабар 24.